Каждый житель Ульяновской области сможет посетить 60 музейных экспозиций бесплатно. С 15 октября стартует проект «Музейные недели в регионе». На каждый день акции предусмотрен свободный доступ в одно учреждение культуры. Это областные и государственные музеи и их филиалы, а также муниципальные, ведомственные и поселенческие музеи. Музейные акции будут сопровождаться специально подготовленными программами, новыми выставочными проектами и мастер-классами. Музеи региона будут работать бесплатно со вторника по субботу. В первую неделю акции можно ознакомиться с экспозициями 5 учреждений: Ульяновского областного краеведческого музея имени Ивана Гончарова, Димитровградского краеведческого музея, музея имени Аркадия Пластова, Ундоровского палеонтологического музея и Ленинского мемориала. Чтобы посетить экспозицию или выставку, не требуется предварительная запись или какие-либо документы. Нужно только получить бесплатный билет в кассе. Музеи и выставочные залы будут работать по обычному графику.